Миша дерется. Не дерется, а делает какие-то упражнения. Олега не видно. Олег в этом углу, наверное, влево. Они сверху бьются. А эта девочка, кстати, которая держит лапу, это и есть вот третье место, которое заняла на Европе. В своем городе. Вот здесь Олег. Вот Олег. И тренер держит эту лапу. О, грейт. Молодец. Молодец, Олежка. Вот это листочки попадали. Фу. Никому в гербаре не надо. В гербаре никому не надо. Мама, мы все вертушку сделали. Раз, два. Все, пойдемте. Некоторые сделали атаку. Два, о, подпрыгнули, так. Короче, не показать, я еще не умею это. Этого я не могу показать. О, мама, смотри, это кораблик выпускать. На море. Уи! И поплыли. Да, мам? Ага. В общем, кредитными картами берут. И мы решили взять еще две курочки. Очередной мукбанг снимем для вас, но уже из дома. Ее еще режет мастер. О! А тем соус клали. Надо нам? Нет. А? Нет. Не надо? Он вспомнил, что не положил. А нет, он просит большой пакет. Тут же. Ну, потому что тетя поменяла. Вот. Пойдем сейчас расплатимся в кредиткой. Вырун туда. Давай. Вот тут вертятся на гриле курочки-цыплатки. Оу, тут еще магазин всяких-всяких вкусностей куриных. Вау, смотрите, суджук. Вау, это такое. Нет, вау, вон. Нет, вау, вот. Нет, вот. Смотри, джигер здесь есть тоже. Этот, пузики, крылышки, фарш. Крылышки, вернее, не крылышки, эти. Борлышки, да? Борлышки? Ага. Мангал. Мангал, ага. Что еще это? Гриль. Чем-то в работу. Ну да. Пойдем? Ты еще передрил. А вот еще это можно. Взяли две курочки. Дома снимем еще мукбанг. Одну нам, одну вам? Нет. Кто на мукбанге работает, тому и курочка. Будешь работать на мукбанге? Ну, я буду посередине сидеть. В лаваш еще курочку завернули. Короче, одна курочка 30 лир. Я считаю, вполне нормальная цена, да? Угу. Хотя мы за 150 дом брали, Леш. 150 же наша курица стоила? Я не помню. Или 250, я что-то тоже не помню. Мне кажется, да? А, 350. 350 или 400 рублей. А. Ясно. Купили мы свежайший хлеб. Он горячий-горячий, только что из пекарни. Два семита, два хлебушка. В принципе, стоимость такая же, как везде. 1,5 лиры за батон хлеба. А семит будет дешевле. Так они полтора стоят. Курочка, хлебушка. Короче, можно домой идти, да?
гитару надо еще раз. А магазин посуды мы еще не прошли мимо? Нет, он дальше, после шопа. А, понятно. Здесь какие-то соленья турецкие. Мочалка. В общем, дети так хотели гитару, и папа взял и исполнил их мечту. Купил гитару детям. Так гитара продается, по сути, в пятерочке в турецкой. Да. По 101. А еще мы купили по акции вот такой финдекли, мини-ки по акции. На, на, тяжелая. Я тебе давно жду убрать ее. Зачем? А это откроется, сейчас я иду. Отойди, люди идут. Пойдемте. Пошли. Давай я пойду сам тяжелый. Всем доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Время 8 утра. Ребенок наш старший занимается, младший еще спит. Мишаня, вставай, мой хороший. Вставай, золотой. Доброе утро. У нас уже вовсю солнышко светит. Но прохладно на улице. Давай, внимательно. А я хочу, знаете, что сделать? А где у меня? Где-то тут у меня. Сейчас найду, короче. Хочу сахар померить себе. А Олегу мочевую кислоту. Вот. Вообще уже надо его мочевой кислотой, Лёша, заняться, да? Сейчас достану аппарат и буду мерить всем все. Ну что, друзья, всему семейству намерила сахаров. Всему семейству, вернее, Олегу померила мочевую кислоту. Мочевая кислота уменьшается. В любом случае, ее надо продолжать контролировать. Она еще у нас повышенная. Что касается сахаров, все более-менее критичной, прям сильной ситуации нет. Вот. И у Миши померили, и Алексею, всем-всем-всем. Такие у нас делишки сегодня утром контрольные. Вот, и мы собираемся сейчас завтракать. Начался рабочий день в Турции. Гудят строительные машины. Где-то работает кто-то болгаркой. Так особо вроде бы не видно движухи, но видимо еще не проснулись, потому что время 9 часов, прям начало 10, рабочий день только начинает. Проеду немного по району, покажу тут. Вот эти клёны уже начинают желтеть. Это зеленый, а вот через дорогу желтенький еще. Уже желтый. Вот они здесь, много их стоят, и они все вот уже с желтыми листиками. Остальные деревья, ничего, нормально, зеленые стоят, хоть бы хны, как говорится. При этом очень много зелени, которые очень яркая, очень зеленые. И желтеть не собираются. Например, вот здесь сейчас поверну я. Здесь по правой стороне куча растет мандарина это или апельсин. Ну, в общем, цитрусовые. Вот здесь вот они произрастают. Апельсины еще не начались, только-только пошли мандарины, но еще зеленые. Мы покупали, а нам не понравилось. Они дозревают, так сказать, на столе, но не то.
Одно дело ты берешь, когда оранжевый, яркий, сладкий. Вон, видите, куча висит. Здесь вот левее. А это берешь его зелененький, он кислючий, невкусный. А вон там впереди горы. Хочу туда прокатиться. Единственное, боюсь, на велике я не доеду, ноги отвалятся. Даже до подножия гор обычно. Вот за горами так всегда кажется близко, а едешь. И не приближаешься к ним. Что вот на в грузинской, военно-грузинской дороге тоже мы ехали. Кажется, прям вот он. А потом, когда въехал, уже долго по ним едешь. Так красиво, долго, красивые такие места идут. Ой, ладно. Сейчас в аптеку заеду, там Оля какие-то лекарства купить попросила. Она вот тут с левой стороны. У нас там аптека стоит и медпункт рядышком. Чтобы сразу сходил к врачу и в аптеку. И наоборот. Сейчас пойду загляну. Что-нибудь получится, может, сниму. Единственное, там, как сказать, цены. Может, и сниму, но объяснить, какие лекарства для чего, я думаю, что вряд ли получится. Посмотрим. Продукция доставлена. Ценников нет. На пару позиций всего лишь. Выехал на набережную. Ой, далеко от нас это находится. Не знаю, сейчас море вообще без волны. Вот просто как в этом, в пруду. Вот обратите внимание, народ купается. Но волны вообще нет. Я остановился, собственно, это снять. Это я вот чуть-чуть не дошел до аквапарк Доган, как это здесь называется, возле комплекса вот с этими колоннами. Прям тихая такая волна. Классно. И на воде, вот смотрите, люди купаются, нет вообще волны. Вон там вдалеке что-то есть подобное, а здесь тихо-тихо. Классно вообще. Мы ходим где-то часов около 12. Какая-то волна повеселее уже бывает. А сейчас вообще просто... Не знаю, мне нравится такая волна, когда... А вот Зия Эрден, где я сейчас нахожусь. Тоже огромный комплекс. 38,8 вон температура. Время сейчас покажет, интересно. НЭМ, это влажность, по-моему, 12%. Нет, не показывает время, но около 10 час, короче. Я где-то в 9 уехал, сейчас 10 час. Пляжи сейчас уже разбирают, уже на пляжах жезлонгов очень мало. Намного меньше, чем раньше было. Но прийти, положить там свои вещи вообще запросто. Видите, какая волна вот возле берега. Вообще классно. Поеду потихонечку в сторону дома. Дом там. Даже не знаю, как объяснить, где. В общем, там впереди. Вон те вон дома торчат, которые с краю слева. Это уже Эрдемли. А наши дома где-то вот тут, где белые, вот видны. За столбами с фонарными. Вот где-то там находится. Дорога заворачивает, но потом приходит вот туда, к тем белым зданиям. Корпусам возле моря. Время 10 утра. Такое ощущение, что все договорились громко не разговаривать. Либо не разговаривать вообще, либо не разговаривать громко. Народ есть, но вот нету вот этого громогласия. Все очень тихо, очень спокойно. Вот эти вот, все вот сейчас я проезжаю, это все здесь всегда базар. Здесь вот с левой стороны даже лампочки висят. Не стали разбирать.
стеллажи. Вот на этой стороне продукты, а где вот эти вот лампочки висят, под синим тентом обувь, а дальше хостовары. Они здесь каждый день, каждый божий день продают. А здесь вот картошка, морковка, все остальное. Так, кстати, здесь, сейчас я проехал кафе, напротив кафе пляж неудобный, скажем так. Там очень-очень на камушках в море налипли какие-то моллюски, идешь очень, колется, режется. Мы когда здесь отмечали Мишин день рождения в этом кафе, Оля ногу повредила в море. А здесь вот вставляют стекла, уже к зиме готовятся, вставляют эти, как назвать их, ну да, застекляют балконы. Народу немного здесь, хотя вот эти все, как их назвать, комплексы все с жителями. Но эти комплексы в большинстве случаев, так сказать, под как летняя дача. На верхнем этаже, видите, вообще окон нету, все выставили. Видно, меняют. Может быть, ремонт полный делают. Трудно сказать. А стены, видно, тоненькие-тоненькие. Так, я сейчас где-то проезжаю район Мигроса. Мне вроде ничего не заказывали в этом Мигросе. Поеду домой. Ехать хорошо, машин нет. Милое дело. Вечером здесь очень много народу гуляет и торгует. Видите, вот с правой стороны попадаются постоянно какие-то стеллажи. Вот накрытый стоит. Вечером здесь будет торговая точка. И так далее. Вот еще стоит что-то накрытое. Продуктов там, скорее всего, нет, но место, так сказать, застолбили. Вот еще тоже стол импровизированный из той же серии. Ладно, уже почти приехал, скоро мост. А у нас сегодня в меню пигоди. Короче, по поводу мантышницы рассказывала вам пару дней тому назад, что как я расстроена, что она такая маленькая. Не хочу, давайте сдавать. Созвонилась с мамой. Мама сказала: нет проблем, у тебя здесь все блюда получатся, кроме пигоди. Пигоди тоже получится, но не того размера, какого ты хотела бы. Оставь, говорит, эту мантышницу, другого ты все равно не найдешь. И я потом стала соседу мозг выносить, можем ли мы найти большую мантышницу. Он сказал: в Турции нет. То есть вариант только ее везти откуда-то или заказывать откуда-то с другой страны. Но это геморройно, мама сказала: делай просто маленькие пигоди, и будет тебе счастье. В общем, решили оставить мантышницу. Сегодня я ее впервые испробую. Вот, ставлю тесто на пигоди. Отмерила уже здесь 600 мл воды. Пигоди есть на канале рецепт. Кому интересно, спрашивайте, я ссылочку отправлю. Заливаю воду и размешиваю. В муке у меня уже здесь есть соль и дрожжи. Сахар мы в пигоди не кладем. Такой вот рецепт теста. Пропорции все есть в рецепте на кулинарном канале. Если кто-то еще не знаком с этим нашим рецептом, пишите в частном порядке, я отправлю ссылочку. Вот. Все, пока занимаюсь. Мишаня тоже занимается. Алексей сегодня проснулся рано, устал, спит. Вот, и Олег тоже занимается. Такие у нас делишки. Вот оно море. Сегодня утром, где-то я в 10 часов был на море. Было вообще без волны. Просто она как в пруду. Как на речке, знаете, такая. Вода даже не качалась. Но сейчас, по-моему, немножко добавилась какая-то вот волнушка появилась на воде. Время сейчас где-то 13 с чем-то. Мы сейчас быстренько окунемся, да, молодые люди? Да. Быстренько обсохнем и рванем на море. Олег? Ой, на море. Рванем дальше учиться, да, заболтался.
Учиться, учиться, еще раз, как говорил Владимир Ильич Ленин. А я, кстати, историю сейчас делаю, и у меня тема про Владимира Ленина. Ага. Глянь, какой корабль плывет вон там на горизонте. Глянь, большой какой, контейнеровоз, наверное. Ага. Много так народу, в принципе, на пляже сегодня. Даже где-то тряпочки бросьте. А, вот сейчас положим на край. Не, волна почти не добавилась. Сверху морщинит, а в этом... Нормально, с краю волны нет. Ребята пошли окунаться. Я сейчас покажу, какая вода здесь. Смотрите, вообще нисколько не мутная, прозрачная сегодня вода. Вот ноги видны Олегины. Классная сегодня. Такая волна такая нежная-нежная такая, аккуратная. Но утром даже вот по воде не морщинило. Была плоскость абсолютная, вот не... Как сказать, невзъерошенное на море в 10 часов утра. Это, правда, 3 часа назад уже было. А сейчас такая немножко ерошится, но при этом не агрессивная такая волна. Классная. Пойдем, телефончик бросим на берегу и пойдем тоже купаться, окунаться. Наша мама готовит рецепт, ей некогда. Мы сегодня втроем опять. Уже накупались. Михаил вон последний вылез из воды. Сейчас пойдем в сторону дома. Надо, как говорится, еще учиться. Пообедают детишки. Мама наша там сняла рецепт, то, скорее всего, мукбанг будет сейчас тоже снимать. Сейчас пойдем, глянем, сколько времени заодно. Водомой Михаил. Там он на стройке. Волокут палки, видно, будут заливать сейчас фундамент, ну, этот нулевой уровень, чтобы потом дальше продолжить уже стены возводить. Михаил какой домовитый, ой, какой домовитый. Пойдем. Поскакал, давай. Опали? Нет? Вот эти опали, да? Нет? Вот эти опали вот с краю. Опали. Да. Дальше. Опали? Тут все бодрячком, бодрячком. Дальше. Слушай. Ну, я тебе хочу сказать, высота нормальная. Угу. Я так была расстроена, да? Адекватная высота. Угу. И воды вон еще сколько, видишь? Угу. Ну что, садимся на мукбанг? Давай, да. Первые турецкие пигоди. Смотрите на мукбанг канале. Та-да-да-дам! Покой соседям теперь только снится, да, дорогие? Давай-давай, бринькаешь нормально, бринькаешь, а те пальчики куда-нибудь тыкай в любые места, да. Куда хочешь.